Всем привет! С вами Дэн 37, и сегодня будем делать обзор на Smart Moving. Это мое первое видео, так что не судите строго. Я сейчас буду прыгать отсюда в воду. Вот так это выглядит. Вот мы так плывем брасом. Можем также плыть под водой. Теперь выходим из этого бассейна. Чтобы перелезть через это, мы не можем перелезть через эту стеночку высотой 4 блока, даже с разбега. Так что жмем Ctrl и пробел. Удерживаем Ctrl и пробел. Тут, если мы даже будем нажимать Ctrl и пробел, не залезет. Нам нужно нажать Shift и пробел, удерживать, подождать 5 секунд, потом это все отпустить и нажать Ctrl. Здесь нам нужно проползти. Для этого нам нужно нажать кнопочку Ctrl-Shift. И вот так Ctrl-Shift удерживать, Shift-Ctrl, и ползти. Вот, все, мы вылезли. Теперь нам нужно проползти над прутьями. Просто подходим к прутьям, нажимаем Ctrl. У нас он вот так вот по-немашенски лезет. Ну, вот наш мод подошел к концу. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был Дэн 37.